Владимир Янаки родился в семье военнослужащих. Его дедушка, капитан второго ранга, всю Великую Отечественную войну прослужил на Северном флоте. Отец, полковник ВДВ, принимал участие в миротворческой операции в Косово. Так что, когда Министерство обороны предложило Владимиру организовать персональную выставку его работ на российской авиабазе Хмеймим в Сирии, он, конечно же, согласился. Экспозицию под названием «С любовью к родине» автор представил военнослужащим российской авиабазы 16 апреля, в день православной Пасхи. На выставке российские и сирийские военные смогли увидеть 23 картины, созданные Владимиром Янаки за последние 12 лет. По большей части это пейзажи и жанровые композиции, на которых изображена не только Рязанщина, но и природа Северной Карелии и Кольского полуострова. Однако главной целью этой выставки стало не знакомство с красотами природы, а поддержание морально-патриотического духа солдат и офицеров, несущих службу вдали от родины. Это была самая главная задача, самая важная для меня. И все-таки вот я считаю, это именно на 100% сработало, потому что военнослужащие после открытия выставки ко мне подходили, и младшие, и старшие офицеры. И мне это было очень приятно. Вот они говорили, что работы им очень понравились, что действительно это тронуло их душу. И практически эти работы, они тронули душу каждого военнослужащего, который находится на переднем краю борьбы с международным терроризмом в Сирии. Экспозиция расположилась в культурно-досуговом центре отдыха для военнослужащих. В этом же центре обычно выступают приезжающие сюда артисты и музыканты. Абсолютно все эти мероприятия важны для российских военных, ведь именно они позволяют передохнуть и вспомнить о доме. Экспозиция «С любовью к родине» рязанского художника закончит свою работу 29 мая. Так что Владимиру предстоит еще одна поездка в Сирию для вывоза работ. Может быть, получится немножко расширить географию своих поездок по Сирии. Может быть, если получится, будет возможность также съездить и в Пальмиру, и в другие города. Ну, с набросками, с зарисовками, для того, чтобы потом по этому материалу сделать уже какие-то большие масштабные работы здесь у себя в студии в Рязани. Несмотря на то, что Владимир – художник рязанский, его работы уже давно широко известны во всей России, теперь же с ними знакомы и далеко за ее пределами. Выставка Владимира Янаки стала первой персональной выставкой, прошедшей на российской авиабазе в Сирии. Благодарный за эту экспозицию художнику выразил командующий группировкой войск Вооруженных сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике.